Мы собираемся взглянуть на Уинстона Гордона в проекте «Суперзвезды дзюдо». Трижды участник Олимпийских игр и призер первенств Европы среди юниоров и взрослых. Он был известен своими кумиката и сильными захватами, и мы собираемся посмотреть на его вариант срыва двойного захвата. Гордон любит держать свою правую руку свободной или иметь высокий захват за отворот или воротник. Когда соперник-правостоечник захватывает его за рукав и захватывает его отворот, Гордон использует очень эффективный срыв двойного захвата, чтобы освободить свою правую руку. Он создает впечатление, что хочет разорвать захват за его рукав, но вместо этого разрывает захват за отворот. Затем он использует руку соперника, чтобы освободить свой рукав. У Уинстона Гордона есть несколько отличных захватов, используемых в поединках. Один из них, когда он доминирует, взяв захват за отворот здесь, эта рука пытается захватить отворот соперника, а его соперник удерживает его руку внизу. Потому что если у него будет два захвата, он будет атаковать. Поэтому Уинстон обычно делал так. Он брал другой рукав своего соперника здесь и заставлял его думать, что это самая важная рука. Второе, что он делал, это срывал руку соперника с отворота, и затем с движением сюда он использовал руку для того, чтобы освободить захваченную свою руку, его доминирующую руку, что давало его возможность взять захват двумя руками и, двигая своего соперника, затем бросить его. Есть много различных вариантов захватов, и Уинстон Гордон был одним из лучших. Присоединяйтесь к Суперстар Дзюдо и посмотрите некоторые из этих и других тактических вариантов борцовских захватов.